Хочу еще обратиться к народу, славянскому народу. Я понимаю, что духовные истины, высокие, для вас, может быть, еще трудно понимаемые для вас. Поэтому я хотел бы к вам обратиться на вашем уровне, на уровне приземистом. На уровне том, на котором вы меня поймете. На уровне ярлыков. Потому что для моего понимания все измы, патриотизм, коммунизм, социализм, национализм, это все основа материальная. Это все основа материальная. Это только, так думают только материалисты. Они меряют концепцию, всех меряют ярлыками. Я не меряю всех ярлыками, для меня все души одинаковы. Да? Я понимаю всех как братьев, равных себе. Но так как многие все-таки привязаны к этой концепции ярлыков, поэтому я хотел бы тогда к вам обратиться именно на этом уровне, на уровне ярлыков, на уровне славян. Вот вы все думаете, что вы или, ну, считаете себя славянами. А вы думали, что такое славянин? Славянин, значение слова славянин, славянин, который славит янь и инь, два духовных начала, мужское и женское. Славянин, янь и инь, это народность, очень уважаемая народность, авторитетная. И то, что я вот смотрю ролики, которые идут сейчас на YouTube, где показывается, как там издеваются над украинскими солдатами, или показывают, как издеваются над ополченцами, то есть показывают, как братья между другом сражаются, как они друг друга принижают. И это показывается всему народу, всей народности, всем племенам, каких-то индейцев. Это показывается латиноамериканцам, африканским народностям, малазийцам. Вы показываете, вы принижаете свою народность, славянский народ вы принижаете. Почему же вы это показываете? Грязь не выносят семьи, а вы показываете всем, какие мы низкие, как мы пали. И вы смакуете это. Смотрите, как мы принижаем вот хохлов или там кацапов. Да? Они там вас прыгают, отжимаются от пола или что-то еще там делают. Вы себя принижаете. Вы себя принижаете. Вы не думаете, что вы стали выше. Вы стали уровнем на том же самом, на котором тот человек, который опустился. Поэтому подумайте о своей народности, славянском народе, как о чем-то более возвышенном сознании. Мы должны отличаться своим сознанием над другими, может быть, народами. Вот, ну вот на чем вы думаете. Чтобы наше сознание было выше, а не наши вот поступки. Поэтому просвещайтесь, читайте больше Священное Писание, узнавайте больше. Вот, и любите друг друга, относитесь к каждому как к самому себе. Не надо ссоры выносить из избы. Думайте, как эту проблему, эту трагедию решить. С наименьшими жертвами. Побыстрее, любовью, договоренностями. Только духовные люди могут договориться. Они могут уступать друг другу. Мудрые люди могут договориться. Они могут уступать друг другу. Но если у них сильное эго, это происходит сражение эго. Кто выше? Я или ты? Я тебя выше. Тут нет, я выше. Помните, как это было в сказке? Как два козла не могли друг другу дорогу уступить, да, на мостике. И сражались, пока там не попадали вроде двое. От этого ничего хорошего не будет, если вы будете сражаться своим эго. Поэтому нужно уступать. Счастья, благословений
и думайте над тем, что я сказал. Мира вам, больших, большого блага.